Всем привет! Добро пожаловать на канал «Армянский пирог». Я сегодня сделаю обзор на сервисы доставок еды в Ереване. От Яндекс.Еда, Глова и меню АЕМ. Я буду обращать внимание на такие важнейшие критерии, как удобство заказа, способ оплаты, скорость и качество доставки. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и комментарии. А мы начинаем. Мы делаем сейчас наш первый заказ. Мы решили заказать одно и то же меню из разных сервисов доставки. Что мы выбрали? Закажем мы куриный кебаб, хинкали 4 штучки и какой-нибудь салат. Также мы выберем... Давайте, да, поставим, что приборы в корзине, они бесплатные. Это хорошо. Так, давайте нажмем «Верно» и «Далее» и сделаем, оплатим наш заказ. Доставка у нас 0 драм, что очень хорошо. И оплатим картой «Мир». Итак, сделаем тот же самый заказ в сервисе «Глова». Выбираем способ оплаты наличными, так как в этом сервисе нельзя оплачивать российскими картами. Так, доставка у нас составит 660 драм, плюс еще ориентировочная стоимость услуг в 29 драм. И оплачиваем. Сделаем тот же самый заказ через сервис «Меню АЕМ». Также выберем способ оплаты наличными, так как здесь также нельзя оплачивать российскими картами. Доставка у нас составит 800 драм. Пока мы ждем наши заказы, сделаем сравнение приложений. Итак, во всех трех я бы выделил удобный интерфейс. Плюс за поддержку русского языка. Но Яндексу за перевод блюд минус. Многие позиции переводит он неправильно, что, возможно, будет неудобством для тех, кто, может быть, тщательно относится к составу блюд. У Яндекса и Глова есть возможность проследить курьера на карте, также и связаться с ним. Но только в Яндексе можно оплачивать картой «Мир», а в остальных, как в Глова и меню, только можно оплатить наличкой или местной картой. Привезли наш первый заказ, и это оказался Яндекс.Еда. Доставки составило 46 минут. Итак, давайте проверим так, то, что мы заказали. Первое, то, что я сейчас вам покажу, это хинкали. Очень такая приятная, удобная упаковочка. Так, второе, что у нас здесь, у нас кебаб и, скорее всего, лук. Кебаб у нас вот в таком вот состоянии, в лаваше. И салатик тоже у нас вот здесь в контейнере привезли. Так, я указывал в доставке, что, чтобы мне положили приборы. А мне их не положили, что очень обидно. Придется использовать свои приборы. Так, давайте по порядку пройдемся. Яндекс, хочу сказать, молодцы, что быстро привезли заказ. Давайте посмотрим, откроем хинкали. Такие тепленькие, не сказать, что горячие, но тепленькие. Я, когда заказывал ранее хинкали в другом ресторане, мне привозили хинкали вместе с бульоном, чтобы он сохранял свою теплоту и сочность. Здесь бульона нет. Я не знаю, считаете это плюсом или минусом, напишите это в комментариях. Так, хинкали у нас тепленькие, не горячие. Давайте посмотрим, ну, кебаб. Вот кебаб прямо аж потеет в пакете. Что хорошо, я вот трогаю лаваше. Такая прям хорошая, такой горячий кебаб. Ну и салат, соответственно, тоже вот, ну, смотрите, давайте я открою. Салат с курицей и грибами. Пахнет даже очень-очень вкусно. Ну, в принципе... Нормально. Что меня, конечно, огорчило, это не положили приборы. Кто будет у нас второй, пока неизвестно. Будем ждать. Принесли наш второй заказ от сервиса «Глова». Доставка составила 1:13. Так, посмотрим, что нам привезли. То есть заказ у нас одинаковый. Проверяем, у нас первый здесь кебаб. Так, в Яндексе он был чуть теплее, но нормально. Нормально, что это очень хорошо. Так, хинкали. Также без бульона. А ну они здесь теплее, немного хорошо, так теплее. Теплее, чем в Яндексе. И салатик. Салатик, давайте посмотрим. Чапури называется. То есть свежие овощи. В каком-то ореховом соусе с луком. Так, что я... О, что я еще вижу в пакете? Приятный бонус. Мы не заказывали дополнительные приборы через Глова,
а нам положили вилочку, нож и салфетку, что в Яндексе не сделали, вот, хотя мы просили. Так, в принципе, доставка была дольше, чем в Яндексе, но по комплименту то, что положили приборы, что очень хорошо, и хинкали намного теплее, чем были в Яндексе, что очень приятно. Ждем нашу третью доставку. Приехал наш третий заказ из сервиса Меню АЕМ. Время доставки составило 1 час и 8 минут. Так как мы сделали заказ в Меню АЕМ чуть попозже, чем в Glovo, но доставка в Меню АЕМ была быстрее. Давайте посмотрим по комплектации. Здесь у нас кебаб, такой же температуры, как Glovo, теплый, не горячий. Так, посмотрим, что у нас по основному блюду. Это хинкали. О, они прямо аж тут плачут. Смотрите, они аж плачут здесь внутри. Откройте меня, съешьте, плачут. Так, открываю, проверяем. Так, бульона нет. Ну, теплые, не горячие. То же самое, как было в Glovo и Яндексе. Так, и салатик. Давайте проверим. Угу, салатик с говяжьей вырезкой, майонезом и солеными огурцами. Пахнет восхитительно. И на удивление, и здесь не положили нам приборы. Давайте проверим в каждом пакете. Нет, здесь не положили. То есть в Glovo нам положили, это очень хорошо. Так, давайте подытожим по поводу доставок из разных сервисов. Я хочу сказать плюсы и минусы, что мне понравилось. Плюсы Яндекса, то, что мы смогли оплатить картой МИР. Доставили они быстрее всех, составило там 46 минут. Вторым нам приехал Glovo. Время доставки составило 1 час и 13 минут. И последний Меню АЕМ с доставкой составила 1 час и 8 минут. Давайте поговорим о плюсах и минусах. Минус то, что мы попросили поставить приборы, нам не положили. Плюсы, самый основной плюс, который я хочу здесь подметить, то, что доставка нам составила бесплатно. Итак, что по ценам? По Яндексу у нас за все про все вышло 4260 драм. И стоимость доставки 0. Glovo у нас вышло 4949 драм. Доставка 660 драм и сервисный сбор 29 драм. Стоимость, еще раз вам скажу, стоимость всех одинаковая. Даже салаты были одинаковые по стоимости. Так, вышло здесь подороже. И у нас остался Меню АЕМ. Нам вышел самый дорогой. Стоимость вышла 5060 драм. То есть у нас доставка здесь составила 800 драм. Что я хочу сказать, если вы соберетесь заказывать, выгоднее всего будет через Яндекс. И по скорости, и по стоимости. Glovo удивило нас, что поставили нам приборы, то, что мы не просили. Меню АЕМ нас порадовало, что привезли, в принципе, не очень долго, как мы и ожидали. Итак, давайте подытожим предложениях Яндекс, Меню и Glovo. Я сделал такую вот таблицу с 4 пунктами. Хотел бы подметить, что у всех трех очень удобный интерфейс, чтобы пользоваться. Очень современный и простой. Во втором пункте отслеживание курьера и связь с ним. Только у Яндекса и Glovo после подтверждения заказа у вас появляется окно карты, где вы можете посмотреть, где ваш курьер сейчас находится. А в Меню АЕМ только высвечивается строчка о том, что ваш заказ готовится, и вы без понятия, где ваш заказ сейчас находится. Также хочу подметить, что бесплатная доставка у Яндекса, что очень хорошо и удобно, и экономично, что Меню АЕМ и Glovo, соответственно, они платные. Также и последнее, наверное, одно из самых важных для российских туристов и кто русские, которые проживают в Армении, это оплата картой МИР. Им можно только оплатить в приложении Яндекс, а в Меню АЕМ и Glovo только местными картами, либо наличными. Ну и время доставки мы можем подытожить о том, что Яндекс был быстрее всех, Меню АЕМ приехало быстрее, чем Glovo, потому что мы заказали там чуть позже.
Ну, в принципе, меню АЕМ и Глова по времени они одинаковые, а Яндекс оказался быстрее всех. Вам уже решать, откуда заказывать. А расскажите, какими сервисами доставки вы пользуетесь, чтобы заказать еду на дом? Напишите в комментариях ваше мнение, плюсы или минусы. А я пожелаю себе приятного аппетита. Если вы тоже кушаете, тоже вам желаю приятного аппетита. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и комментарии. А мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!